облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. А сосед счастлив, ведь на него работает Титан. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Бери пример соседа. Для всех и каждого компания Титан. Начнем с ДТП в Кирово-Чепецком районе. Там столкнулись попутные BMW и Hyundai Matrix, а после удара заполненный людьми седан перевернулся в кювете. Сейчас рубрика «Обзор аварии». В ней мы раскроем подробности этого и других серьезных дорожных происшествий за выходные. Авария произошла 24 июля в 7:30 утра на 28-м километре дороги Киров-Советский-Яранск. По предварительным данным, 45-летний водитель BMW врезался в попутный Hyundai Matrix, водитель которого поворачивал налево. Автомобили столкнулись по касательной, но скорость седана была такова, что после удара он вылетел в кювет и перевернулся. Травмы получили 4 пассажира BMW, женщина 47, 43 и 19 лет, а также 12-летний мальчик. В причинах аварии разбираются следователи. За пределами дороги оказался автомобиль и в Вятско-Полянском районе. По предварительным данным, 25-летняя женщина-водитель Peugeot 207 не справилась с управлением. Хэтчбек выехал в кювет и опрокинулся. Единственная участница аварии получила травмы, однако по информации ГИБДД, госпитализация ей не потребовалась. В поселке Ганино на улице Центральной произошло ДТП с участием юной велосипедистки. По предварительным данным, 22-летний водитель Форда Фокус наехал на 12-летнюю девочку. От удара ребенок получил травмы, медики оказали ему помощь. В районе Нового моста на улице Дзержинского произошло ДТП, которое озадачило очевидцев. Дорога здесь идеально ровная. По ее краям установлены отбойники, но водитель фуры умудрился пробить ограждение. В кювете грузовик опрокинулся. Последствия этой аварии зафиксировали очевидцы. Ничего себе. Правда, что-то он это лихо. Там люди не погибли. Надеюсь, что нет. Я думаю, что нет. Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель «Вольво» с прицепом не справился с управлением. Он же получил травмы и обратился за медицинской помощью. Позднее фуру поставили на колеса и с помощью специального буксировщика ее вернули на дорогу. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.